Нужен ли Беларуси четвертый оператор мобильной связи? У оператора Белсел не отобрали лицензию. Конечно, нужен. Почему? Ну, это конкуренция, это нормальные цены, в конце концов. А не с одной стороны диктовка, так сказать, какого-то одного оператора. Нет, я считаю, что вполне достаточно трех. Я пользуюсь МТС, Вилком, пока не могу сказать конкретно. Я думаю, что два оператора достаточно. Ой, я плохо соображаю это. Я не знаю, что это такое даже. Чем больше операторов, тем, так сказать, меньше цены за них услуг. Ради бога. Если кто-то себя заявит и будет предоставлять качественные услуги по доступным ценам, то почему бы и нет? Не нужен. Почему? Ну, мне как бы не нужен это, ни один. Ну, всяким разе доброе. Доброе. Вельми добра. Дрэннага до гэтага нічога не будзе. Почему бы нет? Конечно, нужен. Чем больше операторов, тем больше возможностей, тем больше вариантов, тем интереснее жить. Мне МТС и Велкома хватает. Я так плохо разбираюсь в этих вопросах.